Приехали мы в Хопу, сегодня 21 декабря. Самый короткий день в году. Самый короткий день в году. Самый короткий день в году. Нет. Хороший. Эй. 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 А здесь ветра нету. В общем, приехали мы в Хопу перед Новым годом, за 10 дней до Нового года, купить рыбу на новогоднюю. И виски. Ну, виски мы уже купили в Duty Free. GMB мы купили за 12,5 евро по акции. Литр. Литр, да, литр, литр. Дим, сколько у нас это Хопа километров? От... Километров 30. Километров 30, да? От Батуми. От Батуми. Так, вот Индерим. Нам ничего в Индериме не надо. Пойдем сюда. А что там? А если хотят? Породистый. Породистый такой. Турецкий пес. Не хочет общаться. Ну что, песик опять тут пробегал. Он такой, да, не особо это сам убегает. Он ищет еду. Вот, пожалуйста. Собаки батумские, да? Это сытый, да. Это расслабленный пес. Муниципалитет. Вот это слово. Это муниципалитет. А вот Хопа. Хокумет, Конаги. Мне кажется, это просто детей кормят, да? Смотри. Ну, это может быть какой-то благотворительная какая-то. Может, праздник какой-то. Решили зайти в кооперативный магазин. Так, это картошка, 16 лир. 3,8, а у нас 9 лари. Сахар. 143 написано. 143, вот сахар, 5 килограмм. Ну, по 3 лари получается. Разница особо нет. Что на нем? Смотри. Чай. 109. Здесь яйца 112 лир. Это получается у нас, если на лари, 10 лари за 3 десятка. Это или, если на рубли, то это, наверное, где-то 330-350 рублей. Лари 10. Лари 10. Вот мы здесь. Смотри, причем классные мандарины по лари 10. Это получается у нас 30 рублей, да, 35 рублей. Получается килограмм мандарин. Апельсины здесь 17,50. Но умножить на 3, да, ну 50 рублей килограмм апельсин. А вот эти вот вообще классные. Эти вообще 16,75. У нас магазин Шок. Они случайно не красные? Нет. Не знаю, но мне прям вот очень нравится. Но мандарин вообще халява. Почему-то в Грузии мы покупаем в 2 раза дороже мандарин. Да, да? Хотя они растут там на каждом углу. Вообще, как мусор. Капуста тут 6,75. Лук, ну почти 10 лир. Картошка 17. Вот китаец электрический. Хотя, может быть, и не электрический, новый черри. Так, это у нас Турцел. Есть домашняя кухня, по-русски написано, смотри. Дим, по-русски написано, видел сейчас? Есть домашняя кухня. Домашняя. А, аптека. Витаминчиков нам надо. Витаминчиков. Турецкий дискаунтер. Ну вот пришли купить рыбы. Такой лосось. 150 лир. 150? Да, да. 150 лир. И вот это. Стейк? Ну, 150 лир, это вообще нормальная цена. А вот давай тут возьмем. Головы, хвосты заберем. Получается 15 лари килограмм. Снять в середину. Вот, в Батуми такая стоит где-то 25, наверное. А из костей хороший. А сколько ж весит? Сейчас я вам хочу. У нас черноморский тунец. Одна рыбина стоит 200 лир. 200 лир это у нас, можно сказать, 20 лари. Или, условно говоря, 600 рублей, 650. Небольшой такой тунец, переливается весь. Форель здесь купили по 150 лир килограмм. Нам достался мальчик. Это лосось, да? Лосось? Или форель? Лосось. Лосось. Спасибо. На здоровье, приходите. Хорошо. Можно килограмм?
собаки. Он барбос, барбос. Вот мясо висит. Это баранин, да, Дим? А там сыр есть. Баран. Наш небольшой тур закончился. 3-4 часа в Турции, едем назад. Вот тут, может быть, аптеки могут быть. Там уже купили. А, купили, молодцы. Да. Вот он. Он какой-то Hyundai Bavon, Bayon. Hyundai Bayon. Что за Bayon? Hyundai Bayon. Вот здесь речка. Такая здесь горная река, стекает с гор, и туда у нас она впадает в море, в черное. Небольшой визаран, предновогодний визаран. Мы купили немного продуктов. Так, ну что, бросаем машину? Да, в салон можно.